Номер лота 23583 – это новинка. Контейнер мы с вами любим очень. А в данном случае у нас представлен потрясающий, опять-таки, набор по цене 690 рублей. Ну, это просто фантастика. 690 рублей, можете представить себе. А вот сколько входит в этот набор, мы сейчас с вами будем разбирать. Ну, и тут уже несложно посчитать, да, 1, 2, 3, 4, 5. А самое главное, вы посмотрите, какое богатое, да, у нас с тобой богатый стол. А самое главное, что вот эти все пять спрятаны вот тут, ты представляешь? Вот они. Вот они. Вот они, все пять. Показываю, посмотрите. И ведь каждому еще и крышка полагается. Фантастика абсолютно. У нас с тобой очень объемный контейнер, шеф. Посмотрите внимательно. У нас есть и большие, и средние, и, конечно, малые. Все эти формы, все эти объемы. Безумно удобны. Без каждого не обойтись. Попробуйте. Контейнеры это невероятно удобно. Не только для перевозки продуктов куда-либо, на работу или на пикник. Для меня это открытие в хранении, честно тебе скажу. И полностью с тобой согласен. Вот сейчас в руках у меня находится самый большой контейнер. Он диаметром 18 сантиметров, а мы можем двигаться, и я как раз-таки наглядно покажу все размеры. 18 сантиметров, дальше мы двигаемся 16 сантиметров, 14 сантиметров, 12 и 10 сантиметров. От малого к большему или к большему, от большого к минимуму, неважно. Мы сегодня говорим с вами про металлические вот такие вот контейнеры. В первую очередь мы с вами видим эмалированное покрытие, что вот позволяет нам правильно хранить продукты. Мы говорим с тобой правильно про крышки, которые сохраняют все запахи именно внутри этого контейнера и все вкусовые качества. Мы с тобой можем рядом положить рыбу, а куда-то курицу. Мы с тобой говорим о том, что здесь все-таки невероятно удобно такие контейнеры брать с собой на дачу, на природу. А вот давай обсудим сразу несколько вариантов. О, так я и знала, это хорошо. На данный момент колл-центр перегружен, так нам и надо. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Контейнеры совершенно феноменальные. Они уже набирают дикую популярность. Потому что, конечно, мы с вами наконец-то раскусили, как правильно хранить продукты в холодильнике, как правильно возить их с собой куда-либо. Только представьте, у вас в холодильнике живет в какой-нибудь баночке селедка, а рядом творог. Что получится через 2 часа? Получится творог с запахом селедки. Как бы сказала твоя мама, билиберда. Да, давайте я вот что вам скажу. У нас есть статистика, и эту статистику лично сам я читал. 43 тысячи рублей средняя семья в год выкидывает на продукты. Просто выкидывает в помойку, потому что они не умеют хранить продукты. Вот именно сейчас мы говорим с вами про правильность хранения продуктов. Не выкидывайте остатки недоеденной каши или недоеденного обеда. Сохраните это и поверьте, вам это пригодится. А в первую очередь вы сэкономите свой бюджет своей семьи. Ну а вот теперь, пока я его не успел сказать, ты посмотри, как быстро все и компактно сложилось. Все просто идеально, потому что принцип матрешки, я это очень люблю и ценю, потому что мы с вами не только продукты храним правильно, мы, собственно, контейнеры храним максимально удобно и компактно. Кстати, я вас заверяю, хранить вам их много и долго не придется, потому что они всегда будут при деле. Это тот самый лот, когда вот всегда они будут у нас с вами в работе. Либо они хранят что-то в холодильнике, либо мы что-то в них везем куда-то, что-то еще. Особенно заготовки. Но не каждый из нас каждый день может готовить на кухне. Мы все готовим наперед. Да, абсолютно верно. А тут ты, во-первых, даже вот приготовил я кашу гречневую, да, с мясом. Но все, ее достаточно просто разогреть. А как? Подожди, прямо в этом контейнере будешь греть? Потрясающе, совершенно. Великолепное абсолютное решение. Ведь мы можем с собой ее перевезти куда-нибудь. И у нас ничего не вытечет. У нас все это закрыто будет крышкой. Потому что крышка. Потому что это крышка, потому что это удобно и компактно. Ну и, конечно, еще раз тебе повторю. Потрясем? Потрясем. Можем перевернуть. Ничего не происходит. У нас минута до конца эфира. Происходит очень многое в нашем колл-центре. Продано 100 набор. Наборов контейнеров. Не забывайте, мы с вами сегодня говорим о наборах потрясающих. У нас ни одного лота не было состоящего из какой-то одной позиции. Только наборы, наборы и наборы. Совершенно роскошные. 690 рублей. Еще раз. 690 рублей за 5 контейнеров. От огромного до самого компактного, где мы будем перевозить какую-то зелень, соль, там что-то еще, какие-то мелочи, да, сыпучие, которые обычно мы... Соус. Соус, да, который мы не берем, отказываемся, потому что, ну, нет у нас такой товар. Тот же самый хлеб. Можно, кстати, положить, да, он не развалится в пакете, решение, а будет ровный, как мы и любим. Ну что, мне очень понравился сегодня действительно насыщенный, богатый час, с которым мы познакомились. Знаешь, главное, все полезно. Да. Вот все полезно, мне это больше всего нравится. Каждый год хочется себе приобрести, сделайте это, шеф, тебе спасибо.